Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Людмила. Сегодня покажу вам свои покупки с магазина Лента. Гиперлента. Проживаю в городе Самара. Так, первое покажу грейпфруты. Большого размера они такие, ну, довольные. Взяла 3 штучки, вот на 166 рублей. 120 рублей подорожали. Но у нас вообще на самом деле в магазине цены сегодня такие, завтра другие. В общем, цены каждый день меняются. Так, вообще грейпфруты обычно у них очень вкусные. Дальше. Какой-то другой сорт апельсин увидела, малюсенький. Ну, видно, что они тонкокорые, но должны быть, наверное, сладкие. В общем, взяла 84 рубля, 85 килограмм, на 84 рубля вышло. Еще набрала почти на килограмм. Малютки прям совсем. Так, взяла сыр. 100 рублей сейчас стоит с чесноком Альмет. Там все вот на эту марку сейчас скидка идет. Я взяла с чесноком здесь 150 грамм. Вкусно и на бутерброды, и с рыбой хорошо сочетается. Советую. Не обязательно с чесноком, они все в этой серии вкусные. Так, молоко взяла. Не было моего безлактозного. Взяла вот такое. Самое дешевое, 365 дней, 1,5%. Стоило около 70 рублей, по-моему. Местное, ну, лентовского производства, 365 дней. Сухари панировочные у меня заканчиваются для котлет. Я в основном макаю, в общем, в сухарях котлеты. Местные взяла тоже лентовские. 180 грамм. На 30 рублей практически вышло. Хорошие, нормальные, долго хранятся. Котлеты с ними вкусные. Так, бананы подорожали немножко. Здесь написано 130 рублей, но в магазине, по-моему, цена 120 или 110. По-моему, 120. И были переспелые, поэтому взяла всего 4 маленьких штучки. В общем, на вот 76 рублей. Так, фасоль Маш. Сделали граммовку 150 грамм. Раньше была поменьше. Добавляют, ну, это ростки проросшие фасоли. Вкусные, всегда беру в основном их. Стоит 130, по-моему, рублей сейчас в магазине. Так, Барилу взяла. Сейчас на некоторые марки там, ну, на некоторые номера, в общем, скидки. Взяла вот 9 номер. Это как макароны толстые. Ну, только не супер толстые, а чуть-чуть потоньше. 8 минут варки. 80 рублей. Так, скидка была вот на такую кукурузу, мини-кукурузу. 125, по-моему, рублей сейчас она стоит. Ну, там остатки. Так, кукуруза мини называется, лентовская. Вкусная кукуруза, я пару раз брала, просто они стоят дорого, 200 рублей вот они зимой стоили. Когда со скидкой вижу, беру. Я лапшу в воке делаю с соевым соусом или с соусом рыбным. Очень вкусно получается. С лапшой. Стеклянной лапшой. В общем, вкусно. Так, рыбу взяла. Лосося. В общем, филе был дорогой. Взяла стейк из замороженного сырья. Он стоит 1300 рублей. В общем, вот на 855 рублей. 3 штучки небольших. Точнее, ну как... такого среднего размера, но они просто тонкие. Так, огурцы сейчас взяла 130 рублей сейчас стоят огурцы. Длинные такие. Называются огурцы среднеплодные, гладкие. В общем, я взяла на 180 рублей. 10 кило 400 практически. Но они прям холодные. Чувствуется, что их замораживали. Или в холодном помещении долго хранили. Так, зелень взяла вот такой салат. Салат трио. Роксай, сатин, луган. 75 рублей, по-моему, стоил. На вид симпатичный. Вообще без запаха. Ну, взяла на салат. Так, дальше. Чиабатту взяла. 36 рублей. Белая. Вкусная чиабатта. В этот раз она какая-то с корочкой прямо. Но если в пакете полежит, чуть-чуть помягче станет.
Это белая, пшеничная. Так, взяла какую-то их свою лепешку. Просто увидела, что она у них горячая. Прям только вытащили из печки. Лепешка с чесноком. 310 грамм. 45 рублей. Здесь, конечно, состав регуляторов много. А они прям накладывали, как бы, ну, негде было прочитать состав. Ну, ладно, на один раз вот взяла попробовать. Мягкий-мягкий. Ну, состав, конечно, плохой. Сделан как лавашка такой. Он, чеснок прям сверху лежит. Так, из зелени опять взяла базилик. В этот раз прям даже запах от него идет. 50 грамм. Стоит 150 рублей сейчас. Вкусный всегда беру. Две пачки оставалось. Вот одну взяла. Мороженое взяла одно. Гигант. Пломбир, крем-брюле, вафельные сахарные рожки, шоколадной глазурью. Сейчас скидок нет, это я просто как бы захотела мороженое. Сейчас на улице у нас жарко. 60 рублей или 63 рубля, в общем, стоит. Вкусный гигант, люблю такой. Еще шоколадный белый бывает. Так, взяла рукколу, монголь, шпинат. Уже не первый раз их беру, вкусные. Ну, зелень у нас опять беда. Видимо, на выходные люди разобрали. Кто на даче, то домой. Пустые полки. Так, хотя время-то не поздно сейчас еще. Так, 27 апреля. Ну, три дня ему. 100, ну, не помню, рублей 160 или 170 сейчас стоит. Ну, вкусно уже беру, не первый раз. Так, и перец взяла. Перец дорогой сейчас, красный. И желтый тоже дорогой. Красный, в общем, 370 рублей стоит за килограмм. Я взяла одну штуку на 67 рублей. Вот. Салат добавить. А может, лапшу сделаю войки. Посмотрим. С перцем как раз вкусно будет. Кстати, да, вот, скорее всего, туда добавим вот это вот. И лапшучку. И будет очень вкусно. Так. Все, все, что я... Да, все показала вам. Чеки я списывала 450 баллов, поэтому цена здесь будет другая немножко товаров. Потратила я 1800 рублей со всеми скидками. Все, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мои каналы на YouTube и на Дзене. И еще оставлю вам внизу ссылочку под видео на покупки, да, на скидку 300 рублей, в общем, в Яндекс.Маркете на первую покупку от 2500 рублей. Все, всем пока.